Здравствуйте, мои дорогие. Часто, очень часто я любил снимать молнию на iPhone 10. И вот сейчас мне выпала возможность, пока еще молния где-то недалеко, заснять. И ее, прежде чем я усну, а я уже засыпаю, это было красиво. Да, именно ради вот этой молнии мы собрались сегодня здесь. О, да, именно ради этого грома я стою, зеваю и хочу спать, но еще снимаю. Это шедевр, это что-то с чем-то. Мне удалось по отдельности и то, и другое. И как хотелось бы сказать, пусть же мне все всегда удается, потому что именно так я представляю свою счастливую, беззаботную жизнь. В этой жизни все должно быть самым лучшим. И даже дождь, омывая землю, делает самые лучшие ролики, которые не могут не покорить меня и мне подобных 10 миллиардов людей. Это много, это очень много. Но выжить в своей красоте. Вот что важно. Счастья, удачи, любви. Сейчас должно сверкнуть. Давай, молния, еще. Гром. Сейчас как сверкнет. Пойдем спать. Все. Да, это было красиво. А это было прекрасно. Счастья, удачи, любви.